Привет, я Ракут. Сегодня я скажу вам про картины из дверей. Какие пасхалки они означают и также факты про них. Также предупреждаю, что я буду рассказывать именно про новые, так как про старые я вам уже рассказывал. Ссылка на прошлую часть будет в описании. Также я хотел бы сказать некоторым из комментаторов, которые говорят, что я прикрываю чужими анимациями и геймплеями. У меня ужасный компьютер, настолько, что я даже на минимальной графике не могу поиграть нормально. Поэтому сам тупо я не могу снимать геймплеи. Также и монтаж не совсем хороший, тоже из-за компа. Простите. Давно хотел прикупить робоксы по самой дешевой цене? Тогда заходи на сайт RBXL. На этом сайте вы можете купить робоксы по самым выгодным ценам. RBXL имеет огромное количество положительных отзывов, а значит, им можно доверять. На сайте робоксы есть всегда в наличии. А для желающих получить их совершенно бесплатно, сейчас действует акция. Делись своим промокодом с друзьями и получай робоксы с первой покупки друга. А также выполняй задания и получай за это робоксы. Покупай робоксы дешевле, чем где-либо. Не беспокойся за безопасность своего аккаунта. Пусти мой промокод при покупке робоксов и получай 20 робоксов в подарок. Все это только на RBXL. Ссылка будет в описании. Информацию об этой картине я не нашел, но чуть похоже на иконку Red Dragon. Не реклама. Информации нет. Но напоминает слово Винди, когда он видит подобный телевизор, он всегда говорит: «О, мой любимый канал, Дарваза». Кратер с горящим природным газом, диаметром приблизительно 60 метров и глубиной около 20 метров в Каракумах. 90 километров от аула Ирбент. В Дашагузском валяете Туркменистана. Туркменистана. Местные жители и путешественники называют его дверью из преисподнюю. Простите, у меня истерика. Или вратами ада. Остров. Отсылка к другой игре... Отсылка к другой игре Roblox Isle. На картине изображено расположение купола на склоне горы. Изображен вид рыб под названием неоновая тетра. Название архидны происходит от греческого слова орхис, означающего яичко. Это очень забавно. Информации по поводу этой картины я не сумел найти. Изображен Тита Альба. Сипуха. Это такая сова, если что. Информации по поводу этой картины я не сумел найти. Подобная картина меня вызывает ужас. Особенно с названием «Свидетель». Я даже сдвину теорию, что на этой фотке был свидетель какого-то преступления. После чего, судя по тому, что его закрасили, от него избавились. Знаю, что бешено, но очень страшно, согласны? Отсылка на ютубера 8-бит Райан в видео. There you go, that's good. Tweet this to the devs, see if they put this in the game as an art piece. Отсылка библиотечный квест Tower Heroes. Отсылка на Tower Heroes. Речь идет о слизне гоблина. Невероятно редком враге в игре Tower Heroes, который с вероятностью 1 на 1 может заменить обычного гоблина. Отсылка на Tower Heroes. На нескольких персонажей из Tower Heroes, связанные с Хэллоуином. Отсылка на Tower Heroes. К персонажу из Apove the Clouds, разработанный одним из разработчиков Tower Heroes. Отсылка на Tower Heroes. К лимонадному коту. Отсылка на игру Кинетопед. В задании из него также называемая лучший друг. Отсылка к популярному мультфильму «Плохое яблоко». Мотивом «Плохого яблока» из истории страны лотосов. Отсылка к мему «Мы ничего не можем сделать». Отсылка на ивент Tower Heroes. Также дальше будут другие картины, которые я не нашел никакую информацию. Картина, не имеющая названия. Картина появляется в секретной зоне в комнате 60. У картины есть графическое название «Пространственное время», несмотря на то, что в игре у нее нет названия. На ней изображен любопытный свет, но если приблизить две маленьких точки, то по синей отчетливо можно понять, что это путеводный свет. Но есть красная точка. Недавно разработчики сделали в обновлении красный свет, который появляется при использовании модификаторов. Его название «Озорной свет». По крайней мере, его так называют фанаты. Перейдем к фактам.
Большинство картин является ссылкой к чему-либо. Кролик Снежебури на самом деле вообще не является картиной, а является просто фоном для рамы для картины, поскольку картина, на которую он ссылается, состоит из множества различных оттенков белого. На картинке Come of Man в нижней части изображения есть скрытый текст Thump, что переводит «стой», что, вероятно, является ссылкой к пользователю It's Thump, который изображен на картине Mona Thump и является автором игры. Картина «Комната 60» «Тайная комната» — одна из немногих картин, которая остается видимым в темноте. Возможно, поэтому на ней изображен любопытный свет. Эта картина немного меняется, когда игрок использует модификаторы. Тогда на картине будет изображен синий полумесяц, путеводный свет и красный символ, обозначающий модификаторы. Чем выше бонус ручки, тем меньше становится значок путеводной звезды, и тем больше значок модификатора. Начиная с обновления Atel Plus, при встрече с SIG вы увидите рисунки глаз. При нажатии появляется сообщение «Это не картина». Изначально планируешь, что за просмотр всех картин будет выдаваться достижение.